Где детей не отправляют в детский дом, а сразу отдают в профессиональные семьи. Последние за это получают своего рода заработную плату почти 70 МРП или 260 тысяч тенге и выплаты на каждого в размере 10 месячных расчетных показателей. Максимум по такой программе можно приютить 4 детей. Предлагает временное пребывание, то есть это не как до совершеннолетия, да, ребенок находится в этой семье. Он может находиться от нескольких недель до нескольких месяцев. То есть эта форма предполагает, что за тот период, пока ребенок будет находиться в этих профессиональных приемных семьях, либо ближайших родственников будут готовить, да, для того, чтобы этот ребенок смог попасть все-таки к ближайшим родственникам. Отмечу, пока эта норма на стадии обсуждения, для профессиональных приемных родителей будут проводить обучение, а также курсы психологической помощи, чтобы безболезненно расставаться с приемными детьми.